Житель Шымкента заплатил киллеру 20 тысяч долларов за убийство своего начальника. Директор крупного шымкентского предприятия перешел дорогу начальнику отдела. Последний затаил обиду и решил отомстить. Вот только слухи о том, что 47-летний житель Шымкента ищет наемного убийцу, дошли до сотрудников полиции. Один из них и выступил в роли подставного киллера. В качестве предоплаты заказчик отдал 5 тысяч долларов. Сотрудники криминальной полиции убийство инсценировали. Директору по сценарию были нанесены множественные ножи. Оперативники инсценировали и сфотографировали убийство, чтобы предоставить фото заказчику. После получения фотографий заказчик произвел полную оплату. Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого нами задержан заказчик данного убийства. В настоящее время в отношении его возбуждено уголовное дело.